Так, раз, раз, раз. Сейчас должно быть, поток пошел. Кинул нас. Да не кинул я вас, расслабьтесь. У меня просто баг какой-то с ОБСом, конфликт, либо еще что-то. Я не могу, к сожалению, убрать пушку, когда у меня включен стрим. Ну, то есть я вообще не могу никакие действия делать с инвентарем, когда стрим идет. Вот, какой-то баг такой. Либо конфликт. Ну, неважно, собственно. Мы достали теперь наши руки, то есть мы можем драться. Вот такие мы красавцы. Так, ну и идем сливать черного тролля, мы же мужики. Так, сейф. И тем более мы обрезали запись, народ. Народ, мы обрезали запись. Сейчас, сейф, все дела. И пошлите убивать ручками черного тролля. Фуа. Сейчас все будет. О, Инка тут. Привет тебе. Врежь ему. Да сейчас все будет, народ, не беспокойтесь. Сложность покажи для верности. Да, мы играем с альтернативным ИИ, высокая сложность, и убиваем вручную черного тролля. Посмотрим, насколько черный тролль будет жесток. Да, и сколько времени на него уйдет. Вообще, сможем ли его убить? Умри как мужик. Так, давай. Ха! О, хоп, 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 хоп. Ох, слушайте, халява. Да вы издеваетесь, это забей. Ладно, я понял вас. Что вообще происходит просто? Все, миссия сегодня на стриме завершена. Мы убили черного тролля вручную. Мы мужики, мужики, все. Можно благополучно стрим завершать, дорогие друзья. Жесть просто. Фух, а это что за имба вообще? Кулаки это забей называется. Эх, черт, теперь лук достается всегда. Ну ладно, мы миссию выполнили, и это главное. Фух. Самое жесткое оружие. Битва с кулаками. Я это отдельное видео будет, естественно. Залью по отдельности это дело. Так, и тут какой-то сундучок у нас. Так, да. Стопнем запись. Вроде как мы убили черного тролля, все дела.